Кэтлин Продакшн представляет. Приветствую вас на канале «Опасная бритва Бруклин Продакшн». Меня зовут Павел, и сегодня у нас приятная небольшая распаковочка. Очень интересная игрушка прибыла. И в дополнение новинка на моем канале, которой уже, наверное, многие пользовались. Так, начнем быстро вот с этого нового кремика. Так, кремик. Вот такой вот кремик. Преп, кому как нравится. Значит, 75 грамм, если не ошибаюсь, это крем. Крем для кожи. Он такой многофункциональный. Как здесь написано, используется для, от ожогов, от различного раздражения, от комаров, которые кусают нашу кожу и раздражают, и других каких-то воздействий, которые производят с внешней среды на нашу кожу. В том числе, как здесь указано, для хорошего бритья. То есть эффекта после бритья. Как я понимаю, как здесь указано, оригинальная формула. Эта формула не позволяет тому, чтобы образовались различные раздражения, покраснения на лице и с кучей уходовых веществ, как здесь указано. Значит, этот кремик выпускается с 1961 года, и, как написано, формула не менялась. Это уже говорит о многом. Значит, есть в нескольких вариантах. Я взял такой тюбик. Небольшой тюбик, думаю, что мне его хватит надолго, потому что из всего имеющегося он скорее испортится, чем закончится. Но вообще есть немножко больше баночка, в два раза больше, там чуть дороже стоит, 75 мл. В принципе, такой кремик будем использовать после бритья для борьбы, как я понимаю, с внешним агрессивными раздражителями по уходовым качествам. Так, это мы закончили. Такой приятный цвет, желтенький, приятное солнышко, нравится. Так, и сегодня у нас вот такая вот новинка от компании Shield Razor, Shield Shaving. Прислала нам новую игрушку, для того, чтобы мы посмотрели в реале, как это выглядит. И уже оценили, потому что картинки картинками, а вот в реальной жизни многие вещи по-другому. Так, давайте быстренько откроем, посмотрим. Мне понравилось, что здесь указано, сейчас вам покажу, для VIP, Very Important Person, то есть для очень важного человека, все правильно, надо обязательно указывать. Так, что нас встречает? Так, ножичек для того, чтобы нас не поранил, надеюсь, не понадобится, что-то я так его быстренько сложил. Хорошо запечатано, опа, в такую пупырку и, соответственно, в такой интересный кулечек. И нас встречает, ребята, это бомба. Это реальная бомба. И нас встречает, посмотрите, уже сейчас. Уже вы знаете. Вот такой красавец-помазок. С обалденной ручкой. Метеориты. Значит, это опять же титановая игрушка. Вау! How original! С вот таким вот интересным узором. Такие же узоры присутствуют и на бритвах от компании Shield Razor. Но к нам сегодня прислали замечательный помазок. Давайте посмотрим, оценим его. Вот такое солнышко. Вот такие метеоритные дожди, как подразумевает автор. И замечательный узел. Значит, в этом помазке узел 24 мм. То есть это 24 мм. Достаточно такой комфортный узел, немного с него лезет, я смотрю, ну, плохо вычесали. Да, все, закончилась линька. Ну ничего, промоем его, достаточно будет, все замечательно. Такой тяжеленький, увесистый. Очень красивый рисунок, просто обалденный. И кроме рисунка, это еще очень большая такая текстура. Давайте посмотрим вместе. Значит, эти помазки сделаны, еще раз говорю, с титанового сплава. А, как вы понимаете, каждый помазок практически уникальный, потому что повторить это изображение, эти действия никто не может и даже не собирается. Очень красиво, очень замечательно, очень-очень и очень нравится. Реально первое впечатление просто обалденное. Наш любимый барсучок, 24 мм, очень плотные набивки, очень плотный. Ах, красавец, красавец, мягенький, приятный. И как раз под мою физиономию, потому что, если вы помните, недавно нам присылали помазок от компании Shield Shaving,
сделаны под камни, такой прекрасный, здоровенный, с большим узлом, 26 мм, он еще распушился и стал еще громаднее, еще больше. Тут вы посмотрите, давайте я вам ближе покажу, вот. Вместе потом с вами посмотрим на камеру, будет лучше видно. Обалденно все это действие. Как это у них получается? Ну, как известно, титан при нагревании изменяет цвет, разные температуры изменяют его цвет, и я думаю, что какие-то художественные наработки и вообще наработки в процессе изготовления вот такой вот текстуры, так называемой гравировочки по помазку, по титану. Ох, красота! Красивая игрушка, конечно, спору нет. Давайте сейчас взвесим эту игрушку красивую, сколько она весит. А наши весы, наши замечательные весы, которые показывают всегда разный вес. Так, и 128-129 грамм. Вот такой вес у помазка. Несмотря на титановую основу, он достаточно такой весомый. То есть нужно внимательно с ним смотреться, но очень цепкий, очень приятный. И по длине, давайте оценим ручку. Сейчас уже, чтобы уже по всем параметрам пройтись. Так, где-то так, 50, где-то приблизительно 50 миллиметров. И узел 26 в диаметре, и где-то под 50 тоже. То есть где-то под 50 миллиметров узел. То есть в общей сложности он должен быть 100 миллиметров. Вот эта игрушка нравится. Ну что, ребята, вот такие вот игрушки. Компания опять нас порадовала. Будем бриться, будем любоваться, будем балдеть. И очень-очень удачное такое. Мне кажется, что это самое удачное решение у них из гравированных помазков. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся на канале. Пока. Спасибо за просмотр.